школа будет в 24-м году, в сентябре, согласно графика из заключенного контракта. Соответственно, 31 декабря 2021 года был заключен контракт с администрацией Одинцовского округа на проектирование школы. В микрорайоне Восточный продолжается строительство школы. Новое образовательное учреждение полностью решит вопрос с очередностью в этой части Звенигорода. Ход работ на объекте проинспектировал депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков. На данный момент решается важный вопрос о переносе газовых сетей, которые проходят непосредственно через застройку. В данный момент проблемы у нас по выносу газопровода высокого давления, но проект согласовывается с балансосодержателями. Будет вынесен газопровод ориентировочно август-сентябрь месяц этого года. Также производятся работы по водопонижению, армированию вертикальных конструкций, устройству свай для выноса инженерных сетей. Все этапы строительства идут без отставания от графика. На стройплощадке задействованы 37 рабочих, 4 инженера и 10 единиц спецтехники. Школа планируется на 1100 мест с устройством спортивного ядра непосредственно. И в школу также будут включены 64 класса, 2 спортивных зала. Также будет устроена парковка для высадки и посадки школьников. В связи с погодными условиями строительство еще осложняется увеличением талых и грунтовых вод. Но подрядчик своевременно предпринимает меры по водопонижению и пристенному дренажу. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».